Пока это мало похоже на зону отдыха. Но это только пока. Коммунальные службы наводят марафет набережной Свияги к лету. Участок у воды в микрорайоне Мостовая станет благоустроенным пляжем для всех желающих. Ну да, участок очень такой бугристый, потому что здесь, еще раз говорю, здесь, можно сказать, никто ничего не делал со времен моего детства. А вот сейчас поросль убрали, аварийные деревья здесь убрали, сейчас вывозится мусор, потом будет планировка территории, завоз песка, и вот здесь планируются пляжные зоны. Напомним, что 27 гектаров земли передали в аренду местному ТОСу на 10 лет. В апреле водолазы начали обследовать дно, вытаскивать мусор, чтобы отдыхающие не поранились, а после спилили аварийные деревья. Теперь нужно завести песок, поставить урны, лавочки и всю необходимую для пляжа утварь. Пляж на Мостовой станет альтернативой Свияжскому пляжу на Минаево, который в ближайшие пару лет будет недоступен для ульяновцев. Просим прощения у горожан. Район Свияжского пляжа в районе мостового перехода на улице Минаева открываться в этом году не будет. Это связано с реконструкцией Минаевского моста. Открыть зону отдыха на Мостовой обещают к 1 июля. А вот с июня традиционно заработает центральный пляж. Также определены места массового отдыха у воды. Это пляж в парке 40-летия в ЛКСМ и котлован у поселка Борьба. На каждом объекте будут дежурить спасатели. Дно очищено, проверено, составлены акты водолазного обследования дна. Спасатели в настоящее время готовятся к проведению купального сезона, проводятся тренировки, готовятся оборудование и снаряжение для того, чтобы 1 июня заступить к обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории города. Чистоту и безопасность на пляжах должны обеспечить к 30 мая. А после туда наведается специальная комиссия, которая проконтролирует все сделанные работы. Анна Тищенко, Улправда ТВ.